Брутал, привет. Пока что меня интересует... Этих чертей должен провести. Как он? Помню, как играть. Здесь. Тут все можно. Себе, то есть теперь... Нет, а как? Как тогда? Не, а как? Серьезно, мне надо все три заново сделать. Ладно. А чё? 7-3 немножечко по хитроумнее закрыт. Вернее, 7С. Ладно, мы решим этот вопрос. Сначала я хочу посмотреть, а что за оружие. Нет, я бы до этого не додумался, его виплэшем себе подкинуть надо. Да твою мать. Убей, у меня просто мазков не хватило бы на это, вообще. Отлично. И что же мне дадут? Что это? В чем смысл? Да, забавно. То есть она сломала ему щит. Это все, что она сделала? Там... Смысл этой штуки, я не понимаю. Что, мне дали вторую вот эту? Все, теперь я понял, зачем она нужна. Это тупо Rocket Jump. Только нормальный Rocket Jump, а не вот это. Вот для чего динамо-машина нужна. Потому что если ты падаешь вниз, у тебя всегда красная. А если сделаешь V-Plash Cancel, ну, примерно вот так можно делать. Эта хрень сильнее, чем Slam Storage. No. Они идут? Значит, ты говорил, может тупо притянуть, что ли, да? Да. А, точно, да, я забыл. Они ж... Вот-вот. Они же легкие, но я могу их притягивать. Вы угораете. Да, один из них сейчас только что. Забавно. Сам ты не упади. Друг. Прыжки это сделай. Эу, ты выйдешь погулять? Друг. Пускай. Все сделано ради того, чтобы ты там легко это не сделал. Это просто деликатный процесс, ты не понимаешь. О, другое дело. Пойдем, дружище. Это деликатный процесс. Кто сжег? Прощай, друг. У-ху. Че, на счет три? Че? Мне оружие дали? Didn't expect me, ха? Huh? Я тебя не ожидал, сладенький. Хм. А тут миленько. Хм. Окей. Блин, глобус испортил. Капец.
Матерь божья. Окей. Пока библиотека меня интересно увлекает, скажем так. Ух, это бойня была. Мячик, мячик. Все ради мячика. Серьезно, Хакита просто сделал библиотеку, где мы просто посражались и все. Мы что-то упускаем. Не может быть все так просто. Это уровень, это ультракил. Не может быть все так просто. Ладно. Макс, у нас проблема маленькая. Макс, на уровне нет выхода. Выхода нет. Clean up your Нет. Висера клининг симулятор. Я был прав. Это Power Wash симулятор. Нет. Да, нам сейчас все убирать. Ты слышишь, что на заднем плане играет? Нет, потому что я не знаю. You are my sunshine. My lovely sunshine. Это самое злобное, что он когда-либо делал со мной. Он заставил сражаться и после этого убирать за собой. Знаешь, справедливости ради, мы реально насрали на некоторых уровнях. У вас наша сцена, что ли? Даже как в грёбаном Power Wash, блин, загорается золотым стена, когда я не могу, господи. Охренеть. А как я бассейн тогда? Я могу... Беру. Я могу даже менять насадки у них на ПКМ. Знаешь, я здесь сейчас буду чистить это. Сейчас. Я уже повеситься хочу. 3 минуты не прошло. Я нашел, как это чистить. Бассейн? Это гениально. Знаешь, так-то правильно, свинячу. Да. Насрал, так убери за собой. Я думал, это будет намного неприятнее, но тут намного все больше пощады, так сказать. Потому что в гребаном Power Wash все намного пожестче было в этом плане. Тут так. Ну да. Я вам стримил его. И осень. А. Ура, я эту комнату очистил. Мне больно смотреть на это. Одно дело просто убирать, а другое дело убирать за собой. Вот этот уровень для тех, кого только что в жизни, они хотят расслабиться, но у них не хватает денег на Power Wash. Все, что они могут, это спирать кинтракил. Я могу... Ой, я могу вот так сделать, господи, это все облегчает. Не, мне просто понравилось, когда ты сказал, что у нас выхода. Выхода нету. А, реально нету. Я смотрю, типа, блин, пипец, а как выход? Выход удалили. Твое лицо, когда выход с уровня удалили. Там все остальное. Охренеть, глобус вертится, когда ты его поливаешь. Не, реально, вот это прям психологически очень эффективный уровень. Прям гениальный, я бы даже сказал. Ура, лаунж очистился. Господи, даже камин зажегся. Мне нравится, как 10 минут назад, когда мы только начали убираться, мы все с ума сходили и рейджерили. А сейчас мы уже успокоились. Хорошо. Допустим, а что мне делать с бассейном? Воду же я поливать не собираюсь. Справедливо. Это была моя самая первая идея. Она не... Может, тут, не знаю, где-нибудь за углом хлорка валяется.
Охренеть. Агнес Горштрейл, ну пойдем. Ты, блин, километр вниз будешь идти, серьезно? Ты куда зашел, черт? Знаешь, я сейчас туда приду, а там будет просто тупик с табличкой Go Back. Наверное. Окей, хорошо, я понял. Ты понимаешь, у меня сейчас mental breakdown случится. А это самое смешное. Чё? Я знаю, что за этой дверью будет. Там будет вторая дверь с синим пьедесталом. Можно я как-нибудь... Блин, я что, серьезно был прав насчет пробки? Ну, конечно, я был прав. Testament 5. Оо. Он решил наложить на себя ручки. Печальненько. Hell bath no fury. Hell bath no fury. Это превосходно.